Сотрудники Департамента городского хозяйства Севастополя будут проводить мониторинг технического состояния многоквартирных домов. Соответствующие изменения в нормативные акты приняли чиновники на заседании местного правительства. Они позволят горхозу оценивать состояние фасада, кровли, инженерных коммуникаций и подвалов в домах, где отсутствует управляющая компания или товарищество собственников жилья. Мониторинг проводится для включения МКД в список очередности Фонда содействия капитальному ремонту Севастополя. Принятие данного постановления позволит исключить возможность проведения мониторинга не в полном объеме и исключение в дальнейшем ошибок при планировании проведения капитального ремонта квартирных домов. В результате принятия данного постановления департамент будет наделен полномочиями по проведению осмотра многоквартирного дома в целях оценки его технического состояния в случае отсутствия ответственного лица, то есть если отсутствует управляющая компания, ТСЖ и так далее. Однако прокурор Севастополя Максим Жук указал на промедление департамента городского хозяйства в вопросе разработки документации по проведению мониторинга технического состояния многоквартирных домов. В мае прошлого года информация прокуратуры по этому поводу направлялась в адрес правительства, в адрес вашего департамента. Скоро уже год, собственно говоря, как вы принимаете вот этот проект, который наделяет новыми полномочиями. Если приняли мы его в прошлом году, уже можно было эти полномочия реализовать в текущем. Это к вопросу оперативности. То есть мы по сути вам разложили все, предложили, показали.